Ладно. Давай толкай. О! Дзентач шацу. О! Вот ему их тоже напоминает. Отлично. Теперь на живот. Или на спину. На живот. Так, за руки тоже подними. Голову вниз. Ослабь. Друзья, у нас на тренинге по мануальной терапии бывают еще не такие приколы. Жалко, вы не смотрели. И такой прикол. Бей-бей, не жалей. Видите, говорю, отвечает умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Ой. Гражданин, а вы в мультиках не снимались? Слушай, ну круто вообще. На спину перевернуться. Так, ноги куда? Поясница растягивается. С поворотами, да? Отлично. Yes. Так, ну все, друзья, это такая бодрость, такой приход, что просто вообще. Спасибо. У нас ученики отличаются тоже умом сообразительностью и талантами. Поэтому зря, что вы не с вами, что вы не с нами. Но мы-то всегда с вами. Подписка, лайки и комментарии. Жду вас.